такой кекс без чая, вкусного чая. И я представляю вам вот это, ну, без преувеличения скажу, просто это шедевр искусства чайного. Потому что, да, чайник называется шедевр. «Сияние». Он так и выглядит, сияющий, дорогие друзья. И цена у него сегодня такая же сверкающая и сияющая, доступная для вас 990 рублей, потому что у нас установлен тариф единый, 22-655, код данного предложения. Уже начинайте дозваниваться, а обо всех преимуществах мы сейчас и как раз и узнаем. Да, я его пока включил для того, чтобы, ну, сейчас я покажу, что у нас там внутри. Ой, он уже что-то закипел. Закипел? Нет, еще не закипел. Значит, смотрите, друзья мои, о чем я хотел бы сказать вам. Я сейчас думаю, узнают многие себя эту проблему, когда вы покупаете какой-то там вот пластиковый чайник, даже дорогой пластиковый чайник. Вот этот запах от воды какой-то неприятный, он ничем не вымывается, ничего с ним не сделаешь. Слушай, я кипятила чайник, у меня был пластмассовый, он был, во-первых, маленький, во-вторых, от него был такой действительно запах пластмассовый, я кипятила с лимоном, с уксусом. Да, самое интересное, что это даже дорогим чайникам свойственно. Друзья мои, хватит, хватит страдать. Мы вам представляем просто настоящую панацею, друзья. Дело в том, что этот чайник сияния, он сделан из нержавеющей стали. Мы с детства с вами знаем, что нержавеющая сталь. И это самый-самый для здоровья, самый лучший, самый приятный компонент, из которого можно только производить вещи для кухни. У нас много на этом построено, да. Вот это потрясающий дизайн. Посмотрите, как красиво он смотрится, будет смотреться на вашем, соответственно, вашей кухне. Очень красиво выглядит, достойно, элегантно. Для чайника это не свойственно обычно, дорогие друзья. Шикарно, вы приобретаете чайник, который выглядит потрясающе. При этом он выполнен из нержавеющей стали. Позаботьтесь таким образом и о здоровье, и о вкусности для вашей семьи, дорогие друзья. Цена сегодня 990 рублей, потому что тариф единый. Но поверьте, внешний вид этого чайника — это не главное достоинство, потому что он очень вместимый. 1,8 литра для семей. Ничего себе. Да, для больших каких-то семей. Вы можете закипятить этот чайник и спокойно дальше не дергаться, не отвлекаться, чаемничать, кушать кекс и так далее. Но и это даже еще не все. Самое главное, самое любимое мною, после того, как я намучился с этими спиралями, знаешь, чайники, на которых накипь вот это, как будто она там где-то, я не знаю, пролежала под водой 150 тысяч лет. Да, вот здесь, друзья, я сейчас пока у нас закипает, я на секундочку отключу, да. Уже у нас там все, смотрите, по пар идет. Вот. Да, я ж не вылилась вода, я думаю, оператор говорит, у нас здесь сплошной нагревательный элемент. Да, то я не вижу внутри никакой нет спирали. Никакой спирали, конечно. Это сплошное дно, это, во-первых, очень легко и отлично чистится. Во-вторых, даже небольшое, мы здесь налили у нас на всю съемочную группу, вот. Но если вы налить небольшое количество воды, очень быстро закипятится эта самая вода, что Володь, очень важно. Как здорово, тем более сегодня, 8 марта, я уверена, собираются много гостей. Сегодня все придут, и вот из такого чайника как приятно сегодня будет, конечно, всем чаевничать, тем более цена у нас 990 рублей, а код данного предложения 22-655. Ну, Саша, да, это ты абсолютно правильно говоришь, тем более мы знаем, после любого застолья чаек, кофеек, это наше все. Неотъемлемая часть. Посмотрите, да, это настоящая нержавейка, да, если вы переживаете, что он нагреется, этот самый чайник, и, допустим, ну, конечно, он будет горячий, но ручка и крышка здесь сделаны из термостойкого пластика. Ты видишь, ага, да? Ты видишь, да, прекрасно. Да, да. Вот, сделаны из термостойкого пластика, поэтому чайник нагревается, но при этом вы можете брать его абсолютно спокойно, комфортно в руки. Да. Ну и еще один важный момент для тех хозяек, а у нас все такие, которые следят за тем, чтобы в кошельке оставались денежки, лишнего не тратить. 1500 ватт всего потребляет вот этот самый чайник, поэтому мы знаем, что дорогие различные чайники от 2000 дальше. Поэтому, конечно, за электричество будете платить гораздо меньше. Вот, но он уже закипает. Да, друзья, экономьте сегодня не только на стоимости качественных товаров, потому что у нас действует тариф единый, но и при этом при их использовании, потому что чайник действительно экономично расходует электроэнергию. Володь, ну какое это просто чудо. А как он выглядит, не могу отвести взгляд. Да, потому посмотрите, что действительно украсит любую кухню, я думаю. Конечно, дорогие телезрители, обратите внимание, вот он выключился, он закипятил нам воду, видите, да, у нас тут все в пару. Я надеюсь, мы не запотеют. У нас камеры, потому что пар много, да. Видите, буквально за минутку давай мы, за минутку мы с вами закипятили достаточно большое количество воды. Володь, ты знаешь, у меня была такая ситуация, у меня был чайник, он не отключался. У меня однажды он сгорел, потому что я его поставила, забыла благополучно, там нужно было отключить эту кнопку, и все, чайник сгорел, я осталась без чайника, друзья. Я тебе сопереживаю просто, да. Вот тебе это, мы говорили с тобой о переезде, тебе это обязательно необходимо приобрести, этот чайник. Друзья мои, мы поняли уже, да, что если мы переезжаем, как я, например, либо хотим напоить чаем всю свою огромную семью в праздничный день, почему бы и нет,
нет, то, конечно же, мы уже прямо сейчас должны звонить по номеру телефона, который указан на ваших экранах, сказать, что мы хотим электрический чайник «Сияние», назвать код 22655, и всего за 990 рублей этот чайник сегодня будет вашим, потому что в честь 8 марта у нас действует тариф единый, а мы первый в мире магазин распродаж. И вы, даже не вставая с дивана, можете порадовать себя хорошим чайником, потрясающей посудой, потому что мы сегодня в рубрике «Кухня», да, как это здорово. Он и выглядит здорово, он и, соответственно, выглядит здорово, он и качественный, он и прекрасно реагирует, себя ведет, чувствует. Ну, то есть, материалы хорошие, да, это все качество очень... и цена сегодня, друзья, вас радовать должны нескончаемо. Представьте себе, как вы будете экономить и при использовании, и при покупке, друзья, одни сплошные достоинства и ни одного недостатка. Удивительно, что у нас сегодня столько лотов, и в каждой из них по такой низкой цене.